В Магадане трехлетний медведь вышел на центральные улицы города. Он ходил возле мэрии и правительства Колымы. Жители близлежащих домов увидели косолапого и вызвали полицию. Сотрудники дорожно-патрульной службы загнали медведя во двор 21-й школы, где его и застрелили. Труп оставили возле мусорки, неподалеку от образовательного учреждения. Сегодня в 5:45 дежурная часть полиции поступила сообщение о нахождении медведя в черте города Магадана. В соответствии с федеральным законом о полиции, хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей. Зоозащитников возмутило такое обращение с животным. По словам руководителя общественной организации «Зооспас», пока его гнали по улицам города, он мог напасть на прохожих. Общественники собираются писать заявление в Следственный комитет по этому факту. Больше чем час дикое, испуганное, разъяренное животное гоняли машинами с сиренами по улицам города. То есть страшно представить, что случилось бы, если бы на пути этого медведя попался какой-то случайный прохожий. Была бы трагедия. То есть мы считаем, что полиция своими действиями, вот этими конкретно, только усугубила и увеличила риск для жизни и здоровья горожан. Мы живем в такой местности, окружены лесами. Я считаю, что все наши экстренные службы должны быть готовы вот к такому роду моментам. Подобный случай был в Магадане в середине 70-х годов, утверждает Анастасия Павлова. Тогда все службы сработали слаженно. Правоохранительные органы окружили медведя, а сотрудники охотнадзора усыпили его и вывезли в лес.